Хотя обычно считается, что туториал в Dark Souls 3 заканчивается на Гундире, лично я склонен полагать, что на самом деле туториал заканчивается на Ворте. Потому что, по большому счету, главный скачок в сложности происходит именно в поселении Нежити. Ну, другой вопрос, что, конечно, кривая сложности в игре достаточно мягкая. И, ну, если сравнивать даже с Dark Souls 1, своего Honor Londo тут, пожалуй, нету. Да, где становится действительно тяжко. Все расположено, распланировано, аккуратно, последовательно. Вот. И это, конечно, довольно-таки радует. Но, с другой стороны, это не значит, что третьи соусы игра легкая. Вот, ничего подобного. Игра достаточно геморройная. Please grant me death. Undo my shackles. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. И я принял на службу чувака, услугами которого не буду пользоваться. Такое тоже бывает. Здорово, собакис. Там что, мороженое продают? Мое мороженое! Веселимся. Ну что ж. Добро пожаловать в деревню с надоедливым населением. Если взрослые в этой деревне надоедливы, то я уже молчу про местных детей. Местные дети совершенно невоспитаны. И очень любят бить топором в спину, вот как сейчас. Здравствуй, мальчик. Ты не знаешь, где здесь мороженое? И главное, чем они занимаются. Палят дерево вместе с какой-то приезжей теткой. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Так, меня заметила тетя Клава. Извините, тетя Клава, я не хотел вас расстраивать. Нет, тетя Клава, нет. Я не хочу. Я не хочу пирожков. А ты здесь, значит, ни при чем, да? Ты все видел, я знаю. Какое-то дерево не горючее. Пока его не присыпать облитыми бензином трупами, оно даже не думает возгораться. А даже когда его присыпешь облитыми бензином трупами, оно все равно и не думает возгораться. Еще есть кто-то живой? Так, ну и пользуясь своей способностью к предвидению, я, пожалуй, устраню одну небольшую детскую комнату розыгрышей. Да, мальчик!
клетка. Я тебе разрешал издавать эти телодвижения? Офигенный суп наварили. Забрали ковенант радостного сотрудничества и сразу же туда вступили, потому что хорошо быть желтеньким. И вот из вот той вот где-то дырки в полу вывалились бы детишки. Я очень люблю детей. Где моя халявка? Вот моя халявка. Халявка. Сударь, я все еще ищу проход в библиотеку. Вы не знаете, где она находится? Нет, 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 вы меня здесь не прикончите. Глушим водку и берем средство для БДСМ. Потому что без костерка жизнь мне лично не мила. И ко мне вторгся святой рыцарь Годрик, который с немалой долей вероятности надерет мне мою нечестивую задницу. Так. Не, дорогой товарищ. Ты мне тут не пироманствуй. Не, ну вообще обнаглел. Я тебе разрешал пить? Я тебе пить разрешал? Я тебе не разрешал пить. Вообще обнаглели. В конец. Что за люди? Алкаши, тунеядцы, наркоманы. А вот и мистер Геморрой 2000. Если все нормально, то гигант, который запускает эти небольшие цилиндрические объекты, должен быть уже на нашей стороне, поскольку у нас есть веточка. Нет. Спасибо, товарищ гигант.
Сейчас здесь начнут вылазить всякие детишки. Да. Вот так мы поступаем с пранкерами. Никогда не делайте так, как сделал я. Здорово, чувак. Тот момент, когда ты понимаешь, что жизнь прекрасна. Когда на твоей стороне работает самоходная установка ПВО. Так, вот здесь может быть немножко больно. Спасибо. Здрасте. И... Да, ёлки-палки. Я с тобой, дорогое дерево, мы поговорим немного позже. Тетя Клава. Не подыгрывай. Скажи мне, как ты тыкал в меня вилами через камень? Теперь немножко геморройный момент. Здорово. Не застревай тут. Нафиг со своим котелком. И вы тоже идите нафиг все. Такого надо выпить. А вот и то, что я искал номер один. Welcome home, Ashen One. Распределимся как-то так. Ну, хотя бы улучшим фляжку. И улучшим фляжку здесь. Так.
достаточно далеко. Привет, пёсик. Какой хороший мальчик, а он у вас не кусается? Кстати говоря, надо подлечиться. А сейчас у нас случится небольшой кризис. Любой кризис всегда можно преодолеть. О, нет, сагрились двое. Прекрати это. Нельзя же вести себя как маленький. Гениально. Ребенок. Ты иди нафиг со своим котелком. В конце концов, что здесь происходит? Нет. Это было гораздо ближе, чем мне бы хотелось. Так, крайне не согрелся, крайне не согрелся. Уже полдела. You face death, and it won't be pretty. Yeah. Мне нравится этот чувак. Он настоящий оптимист. Зигверт из Катарина. Что забавно, до меня довольно долго доходило, что этот лифт работает двояко. Но сейчас мы попробуем пережить Аутрайдера всего с двумя глотками Эстуса. Ай, ох уж эти сотрудники службы безопасности понтификата.
Спасибо. Так, сейчас надо не напутать направление прыжка. А вот и направление прыжка. Здоровенькие булы. Вот это отношение к жизни. Ну что, попробуем завалить демонца. Что у нас тут? Косточка. No! You should have waited. Well, it's too late now. I, Sigurd of the Knights of Katarina, fight by your side. Не-н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 е. Зараза, зараза. Прекрасная работа. За это стоит выпить. Ну и на этой благостной ноте мы, наверное, закончим наше мероприятие. Благо, жизнь удалась, и мы завалили злобного демона. Хотя, возможно, это был добрый демон. Потому что все здесь в округе такие хмари, что по сравнению с ними этот демон был даже ничего.